сходить за покупками и приятно отдохнуть с пользой для настроения и здоровья. Теперь это возможно в Азиамолл. В самом большом торгово-развлекательном комплексе открылся ледовый каток. Это не просто площадка, говорят в администрации. Это настоящая арена для активного отдыха, развлечений и приятного времяпрепровождения. Для юго-западной части города Бишкек, для жителей именно здесь не хватало, скажем так, развлекательной какой-то части, поэтому на зимний период, как вы видите, мы очень красиво оформили нашу новогоднюю площадку, чтобы создать настроение, атмосферу. И ледовый каток, и наша новогодняя ярмарка официально открылись с 16 декабря и будут работать каждый день. Ну, мы надеемся, погода позволит нам простоять до февраля. В администрации торгового комплекса говорят, что давно планировали открытие такой площадки, но погода не позволяла. Для нашей страны каток под открытым небом – уникальное сооружение. Удержать нужную температуру в наших погодных условиях – задача не из легких. Но в Азиамолл готовы к трудностям. Мы знаем много катков под открытым небом. В той же самой Москве есть, где погода позволяет. Но в Бишкеке, я думаю, один из немногочисленных и первых, возможно, катков, который позволит жителям насладиться катанием на льду именно под открытым небом. Надеюсь, если будет снег, это будет вообще волшебно. Цена входного билета на каток пока будет 250 сомов, но в руководстве обещают, что обязательно будут акции, которые позволят всем желающим покататься на коньках. Небольшой подарок для всех моих внуков, больших и маленьких. Сегодня состоится открытие такого прекрасного и большого катка. Ледового катка, дедушка, не забывай. Ну да, внучка. Тем же, кто пришел на открытие ледовой площадки, удалось покататься совершенно бесплатно. Столичная детвора была благодарна такому подарку. Да, очень нравится. Я впервые зимой пошел на каток. Это удача, наоборот, что он открылся. Мне понравилось, я научился кататься. Всем привет, кто это видит на телевидении. Я на катке в первый раз катаюсь, и мне тут очень нравится. И то, что спустили тут 100 бесплатно человек, это очень-очень хорошо. И тут мероприятие устроили, красиво украсили, мне очень это нравится. В Азиамолл говорят, что всегда рады дать бишкекчанам возможность отдохнуть от столичной суеты. И ледовый каток – это не единственное, чему могут посвятить свое свободное время посетители торгово-развлекательного комплекса «Азиамолл». Игорь Потанин, Нурбек Капаров, НТС.